Закупочные цены на сырое молоко в республике продолжают снижаться. Люди в деревнях обеспокоены этой ситуацией. В Доме правительства прошло совещание по урегулированию этого вопроса. Там собрались главы администрации муниципальных районов, руководители крупных молокоперерабатывающих предприятий и молокосборщики. Снижение цен на сырое молоко отмечено не только в Чувашии, но и в регионах ПФО, да и в России в целом. Жители районов республики сейчас дают 1 литр молока в среднем за 19 рублей, а то и меньше. Эта цена ниже прошлогодней почти на 14%. Только за последнюю неделю закупочная цена сырого молока снизилась в среднем по Чувашии на 60 копеек. Больше всех это коснулось Красноармейского, Аликовского и Бресенского, Красночитайского, Маргаушского, Комсомольского, Шимуршинского районов. Ситуацию по сбору молока необходимо жестко контролировать. Средняя цена должна быть относительно одинаковой по всей республике, подчеркнул руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев. Цены на сырое молоко от сельхозорганизаций в Чувашии тоже снижаются. Республика занимает 8-е место среди регионов ПФО. Снижение закупочных цен на сырое молоко связано с тем, что в России выросли поставки сухого молока и сливочного масла из-за границы по сниженным ценам. К тому же в 2017 году эти продукты не были закуплены в государственный резерв страны. Подводя итоги, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов поручил усилить контроль качества собираемого молока и производимого сельхозпредприятиями. Также было поручено наладить взаимодействие глав поселений с администрациями районов, отраслевым министерством и контрольно-надзорными органами.